Всем привет. Машинка была куплена на руках на типа барахолки. Вот, была изрядно поцарапана, без зеркал, без водителя и без понятно чего она за фирма. Ну, просто такую модель я не мог не взять, потому что это крутая тачка Ferrari Enzo, мне нравится. И как бы я таких машин, ну, в 43-м масштабе не видел. Видел, конечно, трактора там с громадными колесами, непонятно, на что похоже. Но эта машинка понравилась мне чем, что она более реальна. Выглядит к настоящему автомобилю, как бы к модели. Вот, я ее подкрасил, поставил зеркала, посадил водителя, сзади сделал ему фонарики. В общем, колеса выпрямил там как мог. И вот теперь такая машинка у меня стоит на полочке. Реальная такая моделька. Очень понравилась. Колеса не торчат выше крыши, как обычно у нас делается на игрушках. Ну вот и все. Вот такая у меня пополняшка. Всем привет, смотрите фотки.